Ребята, добрый день. Сегодня я планирую с вами поговорить, продолжить наш разговор о проекте Дабанкинг. Но сегодня я хочу вам рассказать про рефералы, а также про перспективы роста подобного рынка, я имею в виду блокчейн игр. А также хочу вам рассказать немножко больше про майнинг токена DApp, а также про свап токена в гарантийный фонд. Например, когда у вас есть токен DApp, вы можете хранить долгосрочные акции, торгуя на свободной площадке, или свапать их в смарт-контракте, содержащем гарантийный фонд для сбора ETH. Когда же вы меняете DApp, смарт-контракт, имеется в виду свап, это количество токенов в мире теряется с рынка и уменьшает общее количество токенов, обращающихся на рынок. То есть, ребята, здесь нет какого-то постоянного circulating supply, да, как принято у нас говорить. То есть, если токены кто-то поменял на ETH обратно, то они просто исчезают, то есть supply их уменьшает. Гарантийный фонд используется для обеспечения того, чтобы общее количество токенов, обращающихся на рынке, всегда имело минимальную действительную взаимную стоимость. В настоящем рынке существует не так много токенов с взаимным входом, как DApp. Это значит, что какие-то обмены или свапы токена DApp на ETH будут гаситься этим самым фондом для того, чтобы избежать большой волатильности цены на рынке. Это значит, что, например, если там кто-то продает токен DApp, то есть меняет его, да, от этого сильно цена не падает. Даже соотношение R2 обновляется автоматически в разный момент благодаря системе комплексного анализа AIBOT у Dabanking. Основанная на ценовых факторах ETH, в настоящее время общее количество токенов циркулирует на рынке, значение гарантийного фонда и количество пользователей, развитие сообществ. Давайте также поговорим про игру, о которой я говорил вам в предыдущем видео, которая называется FOMO Jackpot и FOMO Game. Одним из первых продуктов являются эти две игры. Лотерейная программа FOMO Jackpot, основанная на блокчейне, и, собственно, это и есть DApp, которая в совокупности называется FOMO Game, которая помогает участникам одновременно иметь развлекательные возможности и одновременно увеличить свой доход в простом едином смысле. FOMO Game – это независимая система DApp в экосистеме DataBanking, построенная на блокчейне Ethereum. Это способствует абсолютной справедливости и прозрачности для пользователей, тем самым помогая пользователям получить больше приятных эмоций от игры. FOMO Jackpot дает игрокам шанс выиграть даже с небольшим количеством ставки 0,002 ETH за один билет. Чтобы подсоединиться и начать игру FOMO Jackpot, вы можете зайти на платформу и подсоединиться через MetaMask. И это значит, что у вас получится возможность выиграть награды до целой 1000 ETH по чрезвычайно низкой комиссии. Система майнинг токен DApp и система FOMO Game являются двумя независимыми системами, поэтому пользователю необходимо зарегистрировать обе и там, чтобы иметь возможность использовать обе базы. Можете также использовать реферальные ссылки для того, чтобы те люди, которые будут по ней регистрироваться по вашей реферальной ссылке, будут приносить вам определенный процент. Так что можете зайти на сайт Dabanking, изучить все и обдумать, стоит ли вам этим заниматься или нет. А на сегодня все. Всем пока.